Первые две встречи с общественниками уже прошли в микрорайонах Лиминда и Док. Если жители Лиминды в целом все устраивает и в расписании, и в схемах движения, то жители Дока высказали острую необходимость в более вместительном автобусе на утренние рейсы. Администрация Котласа готова к диалогу с населением города и постарается максимально учесть все предложения и пожелания по поводу изменения автобусных маршрутов. Выслушаем мнение жителей. Также мы предлагаем, как сотрудники администрации, свое видение на дальнейшее развитие транспортной доступности населения. Мы постараемся максимально пожелания жителей включить в конкурсную документацию. Одним из уже запланированных изменений станет новая автобусная остановка у Южной Котельной. Средства для ее установки будут заложены в бюджет на 2018 год. Также сегодня представители администрации проведут еще одну встречу с общественниками поселка Вычегодский.